Что, друзья, всем привет! Начнем заниматься физкультурой. В деревне у нас, к сожалению, спортзала нет, поэтому будем заниматься дома. Три основных упражнения, которые я делаю. Это качаю пресс, делаю отжимания и приседания. Вот три комплекса упражнений, которые я буду делать и поддерживать себя в форме. Ну что, приступим. Начнем с пресса. Один подход. 10 повторений. Следующее будем делать это отжимание. И последнее. Это приседания. Сколько подходов вы сделаете, это зависит от вас. Я делаю обычно по 3 подхода. Этого мне достаточно. Если вам достаточно одного подхода, то делайте по одному. Все равно организм будет вас благодарить. И вы будете всегда в форме. Всем удачи, всем добра. До новых встреч. Ставьте большой палец вверх. Пока-пока.